Привет-привет, зайчики! И сегодня будет видео про 24 часа вместе с сестрой. А мы начинаем! Как я люблю Катрусю-Бусю. О, мама звонит. Привет, мам, как у тебя дела? У меня все отлично, у меня к тебе есть просьба. Какая? Да так, надо с Полиной посидеть, там денечек еще на тебя переночует. Конечно, мам, хорошо, а когда вы придете? Сейчас. Понятненько, пойду их встречать. И где они должны были уже приехать? Акуна Матата! Привет, сеструля! Ну, привет! Привет, мам! Давно мы с вами не виделись. Да, согласна, давно. Вот тебе Полина, вот ее вещи. Мне надо скорее бежать, мы с папой опаздываем уже. Ладно. Ну что, сестра, где я сегодня буду жить? Ну, пошли, покажу. Вот твоя комната, выбирай любую кровать, которую хочешь. Чё такая, жить можно. Ну а теперь давай раскладываться. Я лучше буду на второй спать, а то на первую меня подкроватные монстры могут сожрать. Ты меня ловко научил. Может, пойдем поедим, а то ты, по-моему, не ела, мама сказала. Как у тебя дела с садиком? Муж у меня там появился. Муж? Неужели тот самый Вовка? С Вовкой я уже рассталась. Мой муж Петя. Понятненько. Что завидишь, у меня парень есть. Ну все, пошли, я сейчас останешься голодной. Так, что приготовить? Ну, будешь макароны с этой, с пастой. Да! Так, ну тогда мне будут макароны с сыром. Так, ну все, мои макароны готовы. Осталось сделать только тебе твою пасту. Не такая уж и замысловатая вещь. Все, Поля, макароны готовы. Осталось только полить их пастой. Сейчас немножко доварю, и будет нам еда. Что, будешь курицу или рыбу? Я хочу рыбу. Ну вот, все готово. Налетай. И что это такое, мама вкуснее готовит? Раз такая умная, иди и сама готовь. Твои макароны могу и я съесть. Пойдем поставим поднос, я его чуть позже помою. И пошли, что ли, какой-нибудь театр, или просто погуляем, или на фудкорт. Так, милок, это пока иди, я пока переоденусь или возьму что-то. Так, надо, кстати, выгулять Лаки, а то сегодня утром мы с ней не гуляли. Какая же я офигенная хозяйка, согласитесь. Так, обязательно телефон, если мама будет вдруг звонить и спрашивать что-то насчет сестры. И просто телефончик игрушки для Лаки, если мы будем где-то гулять. Так, Лаки, ну все, пошли, надо пойти к Полишке и спросить, все ли она собрала. Так, Лаки, ты пока приди здесь, а я тогда пойду. Или хочешь со мной? Но если со мной, тогда пошли. Так, возьмем рюкзак и пойду спрашивать у Полины, что же она собрала. Ну все, Поль, ты все собрала? Да. Куда идем, в театр или на фудкорт? Или гулять с Лаки? В театр. Ну ладно, пошли в театр. Там сегодня что, какой-то концерт проходит? Да. Ну все, мы пришли. Что-то из еды брать будем? Да, все, что есть, давай. Здрасте. Ну, здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Дайте, пожалуйста, нам наши вкусняшки. То есть все, что есть, по 2 экземпляра. То есть пончики, напиток, попкорн и так далее. Хорошо. С вас 10 токенов. Секунду, только кошелек найду. Давайте быстрее, не задерживайте очередь. Да-да-да, хорошо, вот, держите, 10 токенов. Держите вашу жратву. До свидания, что ли? Приятного вечера, чтобы все подохли. Ой, да, девушка. Так, Полечка, пойдем садиться. Наши вот тут вторые посерединке места. Я уже самая преданная фанатка. Девочка, которая кричала, выходи к нам на сцену. Поль, это ты, что ли? Спой с нами. Я с тобой не дружу. Все, я на место. Мама, я в туалет хочу. Хорошо, сынок, иди. Мам, я тоже в туалет хочу. И я. В туалет хочу. Хорошо, Полин, иди. То есть мне еще не верил, что мои братья и сестры Кока и Нилетто. Да. Теперь-то я тебе верю, извини. И я. Я тоже тебе верю. Так-то лучше. Что это такое?
Дети! Дети! Все домой! Спектакль закончился. Поль, все, пошли домой, я уже устала от твоего украшения шантажа. Пошли вот сюда на фудкорт, заодно лахи погуляют, а сами поедим. А то уже такие голодные после твоего этого... Что это вообще было? Какой-то концерт? Пойду возьму кофе и какую-нибудь печенюшку. Сейчас вернусь, только надо достать кошелек. С этим у меня всегда были проблемы. Сумка полна всего, что только можно. Это трэш. А вот и кошелек. Думала, все будет гораздо тяжелее. Так, я тогда иду за своим кофе и печеньем. Скоро вернусь. Все, я пришла. А, все, можно погулять? Хочешь погулять? Да, конечно, иди. Армия болявок, все за мной, ты видеть мою сестру. Тебе хана, большая креветка. Поля, все, пошли домой. Вот мы и приехали. Ты у меня получишь дома. И от своей любимой мамочки тоже. Переодевайся и спать. А я пойду жрать. Ну не хочу, вдруг меня под кроватный монстр съест. Все, быстро иди спать. Все, ложись, наконец-то я смогу пойти поесть. Так, отнесу рюкзак, переоденусь и пойду хавать. Лавашек, бутербродик. Одену пижамку с бананчиками, чтобы уж точно появился еще больше аппетит. Так, возьму-ка я лаваш. Вот такой вот красивенький. И вот такой вот трюфель. И получается супер вкусный бутерброд. Просто обожаю. Возьму сразу какую-нибудь киношечку. Для этого мне нужен компик. Сяду на стульчик и проведу время с комфортом без этой маленькой креветки. Так, ну все, фильм я досмотрела. Можно ложиться спать. Тем более, думаю, так поздно я еще не ложилась. Кроватные монстры! Проснись и пой. Полина, вставай. Пошли к маме. Она, наверное, нас уже ждет. Она мне недавно звонила. Только я уснула. Все, пошли к двери скорее. Привет, привет, мама. Все, мама, забери уже эту креветку. Пока, Катюша, спасибо. А на этом все. Спасибо за просмотр, зайка. Пока-пока, хорошего дня или вечера.